Мы продолжаем. Уровень воды в горных водоемах области Жетысу в пределах нормы, сообщили специалисты предприятия «Кассель защиты». До 15 сентября они совместно с сотрудниками ДЧС на вертолетах будут проводить облет моренных озер. Специалисты двух ведомств должны оценить состояние селеопасных участков, которые могли возникнуть из-за аномальной жары. И если инспекторы обнаружат опасность, к селезащитным работам привлекут взрывников. В этот раз специалисты облетели моренные озера в бассейнах рек Аксу и Саркан. Как сообщили в Касселезащите, заторов и опасных гидрометеорологических явлений не обнаружено. Взрывные работы проводим для того, чтобы снизить уровень воды в моренных озерах. Это своего рода профилактика наводнений в населенных пунктах, расположенных в предгорье. По области насчитывается 416 таких водоемов. Все они находятся под постоянным наблюдением.